400 тысяч украинских беженцев приняла Польша. Об этом заявил евродепутат от польской правящей партии «Право и справедливость» Ришард Чернецкий. По его словам, украинцы покидают родину из-за гуманитарной катастрофы на Донбассе и экономической ситуации. И это, по большей части, образованные люди, так называемый средний класс. Чернецкий также добавил, Польша и дальше готова принимать украинских беженцев.